чемпион мира по тайскому боксу и финалист европейского гран-при. Из Москвы, Россия, Евгений Молекула Ада Руфо! Он, в принципе, всегда так, знаете, вот у него мандраж есть такой определенный, но, знаете, вот правильный мандраж. Кетч, рестлинг-мания, так сказать. Сказать, что Евгений Орлов, конечно, готов к этому турниру, ни в коем случае не могу. Ну, а посмотрим, как это будет выглядеть. Первый раунд.